На следующей неделе исполняется 142 года со дня рождения художника Михаила Ларионова. В канун даты волонтеры обновления устроили субботник у памятного камня на улице Ларионова в столице, убрали мусор, побелили бордюры, отмыли монумент от пыли и грязи. Это место называют сквером Ларионова. За порядком тут следят активисты обновления. В рамках партийного проекта «Мои великие земляки» в конце мая 2018-го, в день рождения Ларионова, по старому стилю, здесь торжественно открыли памятный камень в честь великого авангардиста. На прошлой неделе в сквере похозяйничали вандалы. Они срезали полутораметровую акацию и выломали из бетонного основания скамейку. Сегодня скамейку вернули на место и посадили новую акацию, любимое дерево Михаила Ларионова.